Ну что, привет, бойцы. Как оно ваше? Ничего. Так, сейчас опять сяк микрофон. Тиховато работает. Но работай, собака. Короче, выяснил, в чем беда у меня тут с микрофоном. У меня тут провод, короче, отходит. Заказал новый. Да давай работай. Во. Заказал себе новый XLR-овский провод. Скоро должен приехать. Поменяю, микрофон перестанет отходить. Все уже поняли, что по названию стрима, что сегодня понедельник, период слива лута всего, как обычно. Вот. Ну, постараемся сильно не сливаться сегодня. Вот. Единственное, не знаю, куда сегодня прогуляться, куда бы сегодня вот сходить. Даже прям вот не знаю. То ли на таможне, то ли пойти сайгу дальше покачать. Привет, кстати, всем. Привет всем. 33 человека на старте. Неплохо, мы еще играть не начали. А, куда бы, блин, сходить? Куда бы сходить? Да и с чем бы сходить? В принципе, денежка есть. Броников не очень много, но ничего страшного. В принципе, эмок-гора. Эмок-гора и долларов куча. Без патронов эмка не останется стопудово. Так, что бы такое придумать? Что бы такое придумать? Это у нас что, трофейное, что ли, типа МК? А, ну да, точно, чувака же я отжал, у которого оба прицела, оба коллиматоры. Странный перец. Спрашивают, как же прикрутить глушак к МКе? Ну, есть там этот дульный тормоз, переходник. Продается он у Тадеуша. Он же миротворец. А вот он. Вот этот, $58 он стоит. $58 он стоит. И вот эти глушаки на него ставятся. То есть, где у меня тут есть темка без глушака? Да, вот есть темка без глушака. Я сейчас продемонстрирую. То есть, вначале покупается вот эта штука. Покупаем глушачок. Берем эмочку вот эту. Ставим на нее переходняк. И после переходника, оп, глушитель спокойно прицепляется. Так вот. То есть эта вещица может служить и как самостоятельный тем, как дульный тормоз. Так, он сейчас, по-моему, сейчас мы ее не увидим. По-моему, пока глушитель не снимем. Да. То есть, если снять глушитель на время, вот мы ее увидим. То есть, базовую точность повышает, начальную скорость, снижает отдачу. И вот на нее девается глушитель. Хлоп. И готово. Вот как-то так. Для тех, кто не знал. Взяхнуть в Питер и пойти на побережье. Ну да, действительно, ничего нет-то. Может еще перестать писать в названии стрима, что ЗБТ в июле. Го, в лес. В лес один я не пойду. Встречают по девушке, провожают по лайкам. Ну да, интересная штука. Почему прицел МРС, значок страховки другой? Это вроде такой же. Это вы имеете в виду, что вот здесь вот это такая линия, что ли? Это там, это на нем стекло так бликует. То есть, если взять, где-то у меня был незастрахованный МРС, вот, по-моему, на этой М-ке. То есть, вот если мы, где-то МРСик, где-то здесь был. Найдись. Ой, нам точка не изучена. Это не значок такой-то, вот смотрите, видите, стеклышко. Здесь оно как бы засвечено, сделано. И вот оно, это стекло, мы видим здесь на щитке. Это всего лишь так выглядит. Просто щиток наложился на изображение самого прицела. Так, что у нас есть? У нас тут есть калаш трофейный. Иди сюда. Нам нужна... О,
Что-то месседжи. А, глобальный чат. И, кстати, у нас на получение что-то есть. О, бронька вернулась. Здорово. Привет, броня. Броня вернулась. Крутяк. И что-то там, по-моему, еще было у терапевта. Да. Ух ты ж, мать твою, за ногу. Вот я как раз разгрузку хотел пойти покупать. А она, вот она. И чичи тут. И трезипчик вернулся один. Красота. Красота. Так. Вот зачем они пишут это сообщение в конце? Я этого не понимаю вообще. Придятина какая-то. Персонаж, персонаж. Тебя. Ох, вот это фокус, чуваки. Моя же сайга вернулась. Значит, все-таки можно скидывать в трезип. Добро, и оно вернется застрахованное. Вот это фортель. Вот это сюрприз. Вот это сюрприз. Ну, теперь будем знать, что можно все-таки. Можно взять там где-то припрятать. Трезипчик, трезипчики выкинуть аккуратненько. Так. Давай иди сюда, тебя тоже подзарядим. Отправляйся обратно. Ты в стойло. Ты сюда. Магазин. Где-то у меня тут еще были магазины. Вот еще есть магазин. Так, закинемся ПС-ок. Ты пока что вот сюда встойло. Сюда немного ПС-ок. Зарядим. Так, может быть взять какую-нибудь детскую броню, что ли? Торговля. Лыжник. Пока еще есть. 8 единиц осталось. Да, возьмем. Давайте штучки 2-3, наверное. Так вот, пока есть. Так, для разминоса. Разомнем, так сказать, косточки. Чичи. Чичи сюда. Так, где у меня броники упали? Вот они. Так, тебя надо починить. Такой вот сегодня фортель с утра. Вроде понедельник, а тут и трезип, и бронька вернулась, и сайга. Прям красота какая-то неимоверная. Так, там у нас кобра. Блин, может быть не кобра, может только по седьмой повесить. Там же кобра без бленды. Надо еще по... А, у меня бленды есть, я знаю, где у меня есть бленды. Открыть, открыть, открыть. Вот тут у меня были блендочки. Давай, лови тогда бленду, окей. Так. Что у нас там за этот... Угу. Классический. Ну, можно, кстати, рукоять, наверное, поставить. Он там у нас недорого стоит. Прикупим. Хм. Может быть, кстати, и... цевьишка. Прикупить. А давайте бог с ним. Прокачаем калаша малеха. Пущай будет прокачанный у нас калашников. Давай иди сюда. Так, скидываем цевье, скидываем рукоятку. Скидываем рукоятку, цевье, ручка. Ага, и ты у нас без крышки ствола. Ну это вообще не проблема, в принципе. Крышка ствола у нас копейки вообще стоит. И продавал их. Как ты их продал, я еще не помню. Раньше вроде этот продавал, но сейчас это в другом месте. А, нет, вот стоп. Вот оно. Вот оно, вот оно. Не заметил сразу. Крышечка. Что у нас там в чатике? Устрой фарш ключей от завода. А, фарм ключей от завода. В смысле? Респект, респект. Да, начало неплохое. Так, везучий или рандомный? Вы уж определитесь. А, ну да. Карма у нас за БТ, вроде как под конец вроде карму обещали за БТ, ближе к УБТ. Что-то такое проскакивало где-то инфа. Пу-пу-пу.
Что, наверное, ничего брать не будем. Так, пойдем, пойдем. Я хочу на таможню сходить. Я хочу пойти на таможню. Ты не страхуешь? Ты страхуешь. Давай застрахуй. Так, у нас уже 59 человек. Привет всем еще раз, кто недавно только подошел. Всем приветик, всем приветик. Наверное, надо это, лайкосиков наставить. Нормальное количество. Тогда, может быть, понедельник нам обернется нормальным днем. Приправим лайками этот видосик. Сходи на таможню. Так я пошел на таможню. Да сейчас, если повезет, если до заставы доберемся живыми. Думаю, там аптечек нахапаем приличное количество. Так, ну что у нас здесь? Ну, кто бы сомневался, что мы будем в догрузе. Ой, что не то. Вот так утки. Вот так ушки. Так, там вроде у нас чисто, никого нету. Мы в догрузе. Игорь позволяет себе дерзости в мой адрес. Красавчик, давай, давай, продолжай. Вообще разосремся, блин, до последнего. Интересно, кто-нибудь там сидит на этом или нет? Так, таможенька, таможенька. Вроде тихо, движника никакого. Снайперули нету уже. Либо и не было. Интересненько, интересненько. Так. Стрельбы ноль. Движухи ноль. Где народ? Ух ты. Ни хрена себе. Приплыли, блядь. Вот это припечатал. Чё это он это? Вообще как-то ни о чем. Может, он ожидал кого-то другого увидеть? Что-то мне прям даже это как-то не по себе, если честно.
что мне кажется, он друга ждал. И они, по ходу дела, на связи переговаривались. Ты не ты. Поэтому он не открыл огонь. Да. Он Женя. А у него СКС-очка. Надо быстренько угнать СКС-ку. Взять Defender, Кивер. С чем у него там СКС-ка-то? С оптикой хоть нет? Похоже, вниз дюзнулись. Отступаем, отступаем. Поиграем в салки с парнями. Быстренько сейчас сменим позицию. Прицел, кстати, у него на СКС-ке очень хороший висит, на самом деле. Я же говорю, он ждал кого-то. Он ждал друзей. А там их аж целых двое друзей, блядь. Я-то думал, он там всего один, а их там двое аж. Возьмем такую вот позицию хитренькую. Посмотрим. Блин, плоховато видать, конечно. Вот почему-то на СКС у этого прицела очень маленький угол обзора. Ничего не понятно, с чем связано. Ну-ка, если его переключить. А все равно. Так, ну и чё? Какие действия они хотят предпринять? Они выйдут, нет? Они будут меня обходить или как? Ну и под вагонами вас не видать. Куда же вы делись? Труже, вы где есть? Карифаны. Алло. Чё-то не видать никого. Блин, опять эти развороты дебильные. Так, у меня 15 патронов всего на СКС-ку. Некогда бы... Блин, слушай, надо было 3 зип сорвать-то сразу. Вот это я лоханулся. Совсем забыл, что у меня-то не было этого. Рюкзака никакого. Так, ну что-то, короче, не шибко торопится сюда. Как-то щемануть, забрать лут друга и так далее. Ой, слушай, а что-то у него с кивером прям вообще беда-беда какая-то. Надо завязывать, головой вперед лежать. Тут там одна пулька с калаша, и мне баиньки. Ну, пара. Одна пробьет кивер, вторая мозги по стенке размажет. И... Что-то парняги вообще не предпринимают никаких действий. Это странно. Это очень-очень странно. Что же мне с вами делать-то, друзьяшки мои? Да еще с таким-то прицелом, это прям ужас, если честно. Ни шиша не видно.
То ли когда этот прицел стоит на ямке или на калаше, то другое дело, блядь, кстати. Но, блин, тот глушак. Здесь мы работаем тихо, а там мы работаем не очень тихо. Блин, свалился, твою мать. Твою дивизию. Я просто... Здесь их так много. Какую зону они оборонять собрались? Посмотрим домик. На домике вроде никого нету. Ух ты, даже так. Автоматический огонь, пожалуйста. Так, ну по всей видимости, это был сейчас всего лишь баг. Ага, там идет стрельба во все. С кем-то дружи перестреливаются. Вопрос, с кем они там перестреливаются? Так, надеюсь, тут в потемках никто, блядь, не засел, нахуй. И ноги мне сейчас не отстрелят. Вроде нет, вроде тихо. Там, туда мне надо на позицию. Ой, рискую, ой, рискую. Дико рискую. Ой-ой-ой. Я ж чуть-чуть напугался, если честно. Так, смотрим по сторонам. Они могут быть где-то здесь рядом совсем. Ну, пристань. Опять звуки стрельбы какие-то непонятные. Так, стройка вроде чисто. Снайперская позиция вроде чисто. Да, баг со звуком вообще мне не нравится. Ну, вот теперь как будто оттуда стреляют. То слева, то справа стрельба. Я не поймешь, откуда на самом деле. Понятно, кто по кому стреляет, если честно. Вот она, нету. Но все же, ребята, где же, куда, через где же пошли? Я так понял, что к трупу возвращаться большого смысла нету. Тризип, скорее всего, уже отжат. Скорее всего. Он уже отжат. И возможно, что меня там будут дожидаться. Хотя я бы не ждал на самом деле. Потому что основу-то я уже забрал. То есть то, что мне в принципе надо для выживания. Тризип не самая важная вещица, необходимая для всего этого дела. Ну, куда же вы двинули-то? Так, ты заика смотришь, как будто там тело стоит. На самом деле, ни хрена там никого нет. Стопы. Присесть. Вот это вот что такое?
Я не помню, что там что-то рядом с этими валялось. Пробуем шотнуть. Будут ли подвижки? Нет, никто не шевелится, никто не бегает, странненько. Блин, на двойку в фулке что-то как-то вообще не камильфо выходить на самом деле. Как бы вас перехитрить-то? То есть, если бы не баги с модуляторами, я бы еще понял бы, откуда стреляют. Но так вообще непонятно. Ладно, придется пересекать реку в любом случае. Поваленный вагон, вроде чисто. Да, они с него все, кажется, все сняли. Тащат. Все поснимали и тащат. Попробуем через вот здесь перейти. Возможно, они так и сделали, рванули настройку, и там, скорее всего, ждут. Но они, скорее всего, в кармане где-то сидят. Не на самой стройке, а в кармане стройки. Так, никого, никого. Главное не шуметь. Думаешь? Да я не думаю, что здесь все и вся знают там, кто что стримит, кто кого чего. По никнеймам разбираются. Сомневаюсь. Не, если бы стрим полили, уже бы давно бы стреляли по мне по вагонам. Там достаточно длительное время пробовал. Там все задержки, черт твоей матери, улетучатся. Граната, оглушение, все дела. Хрена себе. Так, челобот треснулся. Движухи ноль. Стоянки тоже, здесь тоже. Знаете, что забыл? Глушак я не поставлю на калашников. Калибр не тот. Я, знаете, что забыл? Я забыл взять эти аптечки. Маленькие, дополнительные. Там получается только гризли остался, и то 200 единиц. Вчера вот так вот в прошлый раз сорвался вниз, блядь. Все ноги в ноль переломало. Приколитесь. Что ж нам на льги не переть, блядь.
Здорово, Леш, здорово. Спасибо. Ну и чё тут за хуйня? Так, у нас тут ботяра. Сделаем маленько по-другому. Здесь не пройти, блин. Вот бот меня может спалить, кстати, причем очень хорошо может спалить. Ботов не трогали. Знаете, что забыл? Калаш перезарядить забыл. Друже, перезарядка. Я не понял. Опачки. Да ладно. А вот тут они бота забрали. Где вот тут оботяра, который тут орал опачки. Еще где-то вопль стоит дикого. А, вот. Блять, тут этот еще стоит же за углом, блять. Сколько патронов? 8 осталось. Потом точно придется прицел переставлять на калашников. Патрона. И я, кстати, видел там челоботов, что пробежал. Стопудово челобот. Можно, конечно, попасти, когда он бота начнет лутать. Опачки, еще один пробежал. Куда-то. Блин, стоит тут как-то топали на плющихе, блин. Можно легко в спину обойти, блять. Плюс где-то дикий все еще тут трется. Оп. Все, отстрелялись. Ложимся. Врубаем топор. Так, кобру снимаем. Деваем, блин. Деваем прицел с переходом. И придется как-то так. Давай на тебя кобру нашпилим, чтобы нас место не занимал сильно. С магазинами что-то не то. Явно не то. О, видали? Ха-ха, вот это красотень, блядь. Вот это качественно. Вот уже челоботы работали.
только что слышал какой-то шорох. Блять, я постоянно забываю, что у меня кивер разломанный. Опачки на. А это кто там, с кем и как? Непонятно. Пока что непонятно, блять. Еще один этот дикий, блять, меня все еще смущает. Так, не, ну слушайте, а как эти прошли здесь и... И это... Две фулки. Боты вроде как на пути подбитые слегка. Но тут два бота живые. Оказались прям по центру этой. Что-то как-то непонятно, если честно. Они что, там в обходняк, что ли, прутся или что? КПП вроде бы закрыто как. Попробуем спалиться. Ну, ваши действия, дружи. Я себя спалил, а вы? Давайте на равных попадаемся. Это непонятно. Ну да, не заставит движения, почти что нет никакого. Тоже напрягает маленько. И у нас все еще где-то за спиной один дикий должен быть, который ушел на этот. Который ушел на стоянку. Так, ну что? Так, вот так слегка приподнимемся. Не полный присед. Приподнимемся. Так у нас ствол будет работать. Кстати, вот если у кого-то вот так вот здесь ствол застревает, где-то, да, поднимается от этой от плиты, зажимаете Alt, нажимаете один раз W, то есть там с зажатым Alt-ом WS, мы меняем положение по высоте тела, то есть степень приседа. Понятно, что там... На C это полностью ты присел, а на этими кнопочками можно уровень слегка приподнять. И тогда вот подхожу вплотную, и у меня все отлично. Не мешается ничто. Спокойно могу смотреть, высматривать. Так, но я все еще не понял, что это была за стрельба. Бот убил там кого-то в попытке, когда его пытались пристрелить, либо как, не совсем уверен. Так, здесь вроде спина, ну, пока вроде чисто. Но я вот какой-то шорох слышал, на самом деле, тут здесь в лесочке, блядь, и меня это очень сильно настораживает. И на крайняк две фулки все еще где-то лазят. И вообще непонятно где, на самом деле. Ладно, перемещаемся дальше. Сидеть тут долго смысла нет большого. Так, ботаны. Еще раз проверим КПП. Закрыто КПП. Соответственно, либо они шли... Да, они шли в обход. Через зеленку. По безопасочке. Опачки. А вот и красавец. Зацените. Попробую гляну. Еще никто целым не уходил. Держи, сука, подарок.
О, тут еще один висек мертвый, его друг. Ступаем потихоньку. Куда ж ты спрятался, родненький? Сейчас был бы коллиматор, кстати, если честно. Да ладно. СВХ. Окей, по-другому поступим сейчас. Так, и сколько же тебя здесь? Ты один или с дружи? Я не совсем понял, куда он побежал на самом деле. Видимо, к выходу. Так, трезипчик. Ух ты, мать твою, за ногу. Какой у него добротный калаш. Чё за хрень? В рюкзаке у него творится. Не-не-не, бро, не. Вообще не. Та-та-та, чё такое, блядь? Сайга. Ты сюда, ты сюда. Наушники сверху. Да, еще Defender разобрать с этим на самом деле. РГД, спасибо. Здесь что у тебя? О, на СКС как раз. Патрики, спасибо. Ну это точно они. Что-то у него коллаж здесь сбитый. Так. Сайгу придется оставить. Заберем Defender. А, понятно. Либо СКС выкинуть и забрать кивер. Да не, наверное, пас насчет кивера. ПМыч. И там, кстати, у него еще один дружище был. Необлутанный. Возвращаюсь к КПП. Нужно пока временное пристанище получить. Вот так вот. А. Обозрим, что у нас здесь. Хм. Странный калашников. Пробуем глушителем махнуть. Так. Омегас сюда. Звук сюда. Приклад сюда. А этот вот сюда. Теперь это сюда, это сюда. Что еще, ничего отдельное тут еще есть на этом? Рукоять так себе, прицел хороший, годный. Можно даже так вот взять, засейвить, наверное. Чтобы наверняка он у нас остался. Вот теперь другое дело. Вот теперь то, что мама велела. Ладно, пойду посмотрю там второе тело. Самое интересное, где-то, по идее, должна быть броня спрятана его.
Детский броник. Так, мне нужен труп. Жилет Тикова, спортивная сумка. Нет, мне нужен труп. Блять. Вот труп. Тут все снято, скорее всего, оно переодето и скинуто, скорее всего, где-нибудь. Так. Так. Знаете, что обидно? Что у них ни одной аптечки не было. О, кстати, о птичках, парни, точно, блядь, мешки разбиты. Чу, блин, задержка гребаная. Сейчас придется перепрыгнуть тогда вот здесь вот. И выступить через таможню. Да что такое? Вот это посмотри. Его забрать. О, 20 единиц, уже неплохо, уже неплохо. Блин, ну сайга, собака, как же она мне это прям душу греет. Блять, тут калаш с хорошим цевьем. Ладно, сайга вещь такая, купить можно на крайняк. Так, ну там вроде на той заставе вроде снайпера все живы были. Судя по тому, что я слышал, как работала СКС. Хотя это мог быть на самом деле вот, модулятор звука так работать с багом. Так, снайпер нигде вроде не валяется. Значит, не уронили, либо его не было. Так, продвигаемся чуть дальше. Тут бывают боты торчат нахрен. Этой штуки вроде нету. Так, приподнимаемся слегка. А вот и красавчик. Хренась. Стопы. Опа. Кто это сорвался? И носится. Хедшот. Слушай, блядь, у него СВ-98. Парни, блядь, ни хрена себе. Вот это фортель, блядь. Минус. Сразу прям на голову пришелся. Охладил шлему каюк. И этому тоже каюк пришел. Вот сюда перебраться. Здесь люди жить можно. Какое-то время. Так, за деревьями вроде тел нету. Лес. Блин, за СВХ лезть придется. Надеюсь, не повезет. И в куртке, в этой машине, в девятке рядом с ними попадутся аптечки хорошие. Так, тут вроде ботов нету. Ух ты ж, мать, ты побежал. Хедшот. Нихрена он сидел за этой херамурой. Слушай, может, я его с машины достану, лезть не придется. Блять. О, да. Да ладно. Вот это форт. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Красавчик. А, ну отлично. Оно, короче, не простреливается. В общем, будет просто меня палить. О, там ни хрена себе не простреливается, блядь. Где он там примерно стоит?
Однако. Блять, так хорошо лежит этот. Опа, тут 60-ка только сейчас заметил, чуваки, приколитесь. Так, целик, пламенгаз в шопу. Выбросить. Так, а теперь мне надо, знаете, что? Надо засухариться. Так, внуть патроны. Трассер, блядь, что он тут делает? ПП. ПСки, хорошо. Трассера. ПС. 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 Ты сюда, ты сюда, ты вот сюда. Понятно, ты вот сюда, ты сюда. И перезаряжаем 60-ку. ГГ изи, говорит. Опачки. Да, забаговался этот магазин основательно. Да через кого, блядь, меня стреляют? Мать твою за ногу, вот это гемор страшенный, блядь, отвечаю. Ты как эту паскуду пристрелил? Опа, дырдочка. Нога! Да выебывался. Еще этого через стенку можно будет лутануть. СКС-ка, блядь. Слушай, надо было калаш не выбрасывать, а сюда спрятать. Вот этот труп. И хер кто его найдет. Где калаш? Ну-ка, иди сюда. Чтобы точно же никому не достался, ты мой красивый. Давай хитрость произведем маленькую. Где трупешник? Вот он. Лови. Пускай там батонится. А я пошел за СВХ-ой. И аптечки, аптечки, обязательно аптечки вначале посмотреть. Не повезло с аптечками. На, аишка. На, мне не, она не нужна, мне нужна что-нибудь такое, кровотечение снимающее. Давай, родной, лови, лови, лови. Же поймал же один раз. Ну ты че, японский городовой, блядь. На, во-во-во-во-во-во-во. Да ладно тебе. Вот это фортель. Правда без прицела. Ну да ладно. Тоже неплохо на самом деле. Патронов-то тьма тьмущая просто. И иди в жопу. Давай ты сюда. Нет, вечернего стрима вчера не было, парни. Я вчера был вечером очень занят, а при этом у меня еще сегодня, утром сегодня были дела. Я вчера пошел пораньше, лег спать. Выспался, съездил, дела все свои сделал. И вовремя приехал к вам. Вроде всегда хотел этот фургончик пошарить. Что в нем? Раньше ничего не было. Интересно, сейчас что-нибудь появилось. Блять, не полезу. Еще застряну, блять. Еще как... Ну нахрен. Ту-ту-ту-ту. Ух ты, тот кто тут делся.
баиньки. Так вот, выходила группа из трех, и ни один не дошел. Фу, потненько было. Да, трофейный, бог с ним. Я знаю, что свой застрахован, тоже об этом думал. Ой, каточка потная была. Ба, понедельник, мать твою, щекотит мне нервы. Так, один пировец, один юсик. 1-11-30, 0-10, 14 попаданий. Из калаша 9. Из СКС-ки 3 кила. Самый дальний 38. Выстрелов в голову издали 17. Ни хрена себе. Выстрелов в голову 5. Ну, в принципе, АВМ это и есть. По сути, просто в контре, чтобы за... Видимо, они договорились когда-то свое время, чтобы реальные стволы. То есть СВ-98 это есть АВМ. То есть тот же самый слон в контре. Это она и есть. В принципе, это по деревянному ЦУВИ все понятно, что это именно тот самый слон из контры. Готовчинский. Красотулька, красота. Какие-то сообщения. Терапевт. Ребята типа уже на локации, понятно. Короче, шьют херню всякую, пишут, как обычно. Так, ты попрочнее. Тут совсем что-то у парня совсем из это... Истёсанный какой-то... 62 единицы. Здесь у нас чем? 67,2. 65. О, слушай, наверное. Вот этот поболее будет, да? Вот этот поменее. А это совсем истерто. Давайте мы тебя сюда. Здесь ремонт. Ох, мать твою, какой калаш матерый мы собрали. О, приколитесь. Показываю, что 60-ка не вставала в калашников. Лаги прям умиляют. Просто. Все косяки. Но самое главное, это, конечно, СВХ. Так вот она вообще без всего на самом деле. Нету ни сошек, ни ничего-либо. Не, нету, нет, ленты нету, кстати, этой надульной. Ну, как она? Чтобы эти искажения в прицеле не ловить от раскаленного ствола. Антижаровая лента, по-моему, называется она, ее нету. Так, тут мы через те патроны, которые я поставил. Так, точно. Зарядить 60-ку. Ну, теперь надо коллаж доапгрейживать на самом деле. Надо его доапгрейживать. Так, тебе мы солнце на продажу отправим. СКС-ку. Это вот сюда мы докинем. А, кобра, кобра. Куда бы кобру деть? Кобру деть, кобру деть. Стоп, у меня, кстати, вот тут, по-моему, на тебе как раз бы... Да, Б-33 цевьё. Да ну, снимись, пожалуйста. Спасибо. Так, этот калашников вот сюда. Снимем с него обычную крышку. Накинем сюда на калаш, с которого забрали. Там все равно кобра болтается. Это вот сюда. Снимаем прицел. Убираем кобровский переходник, чертовой матери. И просто одеваем прицел. Так, не помню, только вот сюда он сядет, да. Вот теперь другое дело.
Осталось только добить его, наверное, этим. Ты на продажу пойдешь, ты на продажу. Магазины на СКС зарядим, сюда положим. Разрядим, сюда положим. Это, наверное, сейчас на продажу пойдет. Вот я еще пока не определился, валютнику слить или все же этому за рубли отдать. По рублям просели маленько. Наверное, за рубли отдадим. Так. Что дальше? Что дальше? Что дальше? Oh, yeah. ПСки кончились. Спасибо, братишка, за подписку. Спасибо, братиш, за подписку. Так, это на продажу. Блин, сейчас надо разгребаться. Я думаю, наверное, поиски я скину. И, наверное, с магазина на 60 тоже скину поиски. Следить, вынуть. Потом так, на побегушку на какую-нибудь оставим. Здесь у нас ничего не заряжено. БС, БС. F-ка про запас, РГД есть. Это сюда. У меня патрон на СКС-ку валяется как раз таки. Слушай, а их, наверное, лучше туда убрать, к магазинам. Когда на магазины буду натыкаться, буду находить их. КП 7. Тут повалясь. Вот так вот. Здесь все для СКС. СВХ. Сюда же, наверное, и магазины скинем. Куда-нибудь вот сюда положим их, пускай лежат. Конечно, в идеале лучше была бы ДВЛ-ка. Был бы сейчас вообще прямо огонь был бы. Наушники тоже в продажу. Хотя давайте попробуем пробежаться один раз, в принципе, это. Посмотрим, если кто-то будет гранаты кидать, хоть узнаем, оглушает, не оглушает. Oh, yeah. Спасибо, спасибо за подписку. Спасибо. Так, пойдем торганем. Надеюсь, там бабло-то есть. 12 лимонов, неплохо. Забирайте, пожалуйста. Это сюда. Это вот сюда. Здесь подороже будет. Блин, хаммер. Продать, не продать. Еще какой-то прицел надо все подевать. Валяются без дела вообще. Так, давай пока вот сюда тогда вас оформим. Валяйтесь здесь тогда пока что. Ты тоже тогда давай сюда отправляйся. Бездельник. Ну, вот как-то так. Вот как-то так. Так. Будет ли в игре ГП? Гранатомет подствольный. Ну, они уже были реализованы даже. Просто единственное, там с косяками сейчас изъяты из игры. Так, надо добить, короче, нам машинку нашу. Нам нужен... Нужна косая планка. Косая планка, по-моему, этого не продается. Но этого мы возьмем прицел. Вот этот. А косая планка у нас у миротворца. Продается. Где она? Где она? Где она? Вот она. Ну, с таким калашом уже жить можно даже. Можно даже жить. Так, ну под такой калаш надо бы это... Команду, что ли? Есть кого взять? А что-то нет, некого взять. Все играют, играют, играют. Придется в соло бежать. С
Стоп, а ну тут в чате Сибрусич сидел. Сибрусич, ты со мной в компании не хочешь сбегать? Надеюсь, он услышит мой месседж. Здорово, Некрейн. Да, неплохо вроде. Фу-фу-фу. Не сглази бы. Пока вроде все нормально. И в игре вроде неплохо все складывается. Так, надо нам пойти, наверное, страхануться. А, стоп, чуть не забыл. Чуть не забыл. Вот, кстати, кто спрашивал, чем разница между Солевой и этим? У Солевой 6 секунд время применения. Она чуть побольше по емкости, да, но у нее скорость применения более медленная. Так. Так, Гризли Мазабакский возьмем, как и маленькую аптечку. Гризли обновим тоже, кстати. Так, всего соточку баксов стоит. И малютку. На мой взгляд, это сейчас вот более-менее адекватный такой наборчик, чтобы можно было жить. То есть должен быть гризли, пара анальгинов, да, в разгрузке аптечка, фасткей и в кармане одна. И тоже фасткей. То есть две закрывающие кровотечения, одна большая, которая... убирает все остальные негативные эффекты, которые могут к вам прилипнуть. Так, ну Сибрусич, видимо, нас уже не смотрит, убежал, видать, с пацанами играть, поэтому ответа я, видать, не дождусь. Нет, барышня, я думаю, прапора нам хватит страховки, да. Оп, и застраховались. Oh, yeah. Спасибо, Виктор, за подписку. Присаживайся поудобней. Так, Андрюха, привет. Бир, я лес очень плохо знаю, поэтому я его недолюбливаю. То есть я в лес предпочитаю ходить стопудово не один. И желательно в компании Вовки, к примеру, например. Ну, к примеру, в компании Вовки. То есть они часто ходят в лес, они эту локу хорошо знают. Когда с ними хожу, более-менее изучаю. Вот. И в соло там что-то, ну, как-то я еще не привык к этой локации, чтобы в нее соло ходить. Поэтому, тем более, еще искать, где там это ее то-то стоит. Еще не факт, что вообще мне что-то лестница. Не забывайте об этом, что то, что у меня есть ключ, я найду ту ее то-то. Это еще не гарант того, что в ее то-то есть какой-то этот лут. А бежать туда в ПВЕ, ну, там в ПВЕ накручен респ всяких плюшек, ништяков, то есть там может быть, в ПВЕ там может быть какой-нибудь охеренный лут выпасть в этой ютоте, а в ПВЕ, ой, в ПВП совсем другое. Что за подсумок у терапевта? Ну, это как гамма-контейнер, только 2 на 2 и выглядит как поясная сумка.
Так, кто-то стоит возле трех домиков на лесопилке, и она пока пуста. Ну, вот о чем я и говорю. А в ПВЕ идти? Там шанс в ПВЕ выше всяких ништяков хапнуть, чем в ПВП. Там в тот же завод на ПВЕ сходить, там боты с эмками бегают. Что такое ЗБТ? Закрытый бета-тест. Ух ты! Как сильно далеко меня откинуло. А это не есть хорошо. Так, сейчас надо еще не забывать, что у нас этот идет переброс прицела дополнительного на этом оптическом прицеле. Обычной четверки нет, только 1.4 со сменной кратностью. Приходится перепрыгивать, блядь. Что у нас там? Тишина вроде. Так, ну за 3 минуты вроде многие уже должны были сдуться отсюда. Воу! Полегче, друже. Кто там, что там и куда там? Давай, запрыгивай, друже. Кто ж там шмалял-то так громко? У-у, ни хрена себе. А, понятненько идет. Просто сразу хедшот, блять. Хрена себе. Чуть ногу мне не отсек, подонок. Дали, как я ему хедшота прописал, блять, сходу. Подкрался жук, ждал жить, пока я залезу, блядь. Ждал, пока отвернусь. А ты с другом, с подругой? То ли мне показалось, что ты прибежал здесь. Ну вот кто-то вот там тоже стрелял. Опа, очки, смотрите. Минус. Топорист слутался. Приколитесь. Ха! Че, не уж, что я там кого-то вальнул, блядь, с топора? Потому что я точно слышал, там стрельба была. Тут как пить дать. Так, проверяем. Не понял, так кто-то лежит, что ли, мне кажется. Нет, так дерево отрисовывается просто. На остановке никого, у танка никого, у камня тоже никого. Так, возвращаемся к этой зоне. Возвращаемся к этой зоне. Зона весьма чертовски опасна. Здесь вроде никогошки. Хотя что-то какие-то потуки пошуршены, какие-то что-то слышатся. Ну-ка накинем громкости на наушниках. Тут чисто. С мусора вроде никто не выглядывает. Топорист слег. Стопудово слег. Впервые, блядь, так быстро рабицу прострелил. А чешуеть можно просто. Так, итого, по идее, минус 3 у нас точно уже есть. И еще трое остались.
То есть перец, который сзади меня стрелял, топорист. Топорист кого-то там лутал. Возможно, даже убил кого-то с топора. Зарубил. Паренек вот этот, не знаю, что с ним сделать. Облутать, оставить. Пойти посмотреть, кого там топорист приговорил. Может, что дельное есть. Прям делов вагон на самом деле. Так, мост вроде никто не... Этот прот вроде никто не пересекает. Тут вот непонятно. То ли труп, то ли так деревья прорисовываются на расстоянии. Блин. Оптику бы побольше было бы вообще понятно все. Ну чё, надо выдвигаться уже, наверное. Хоть куда-нибудь. Уходим на прицел для ближнего боя. Автоматический режим. Все дела. Почаще оглядываемся. Где-то стрельба есть. Тут вроде никого. Там вроде бы тоже. Крыша вроде чисто. Без зеленки не вижу никого. Какое-то шуршание опять, блин. То ли игра меня троллит, то ли что, не пойму. Ты тут чем был? Ух ты, ничего себе, да он был в Дефендере. И просто от того, что он поленился взять этот кивер, либо не нашел, просто поплатился за это. Вот это дела. Надеюсь, это не кто-то из зрителей. Опа, возле этого стрельба есть. Патроны на СКС. А зачем патроны на СКС? Вообще непонятная херня. По всей видимости, патроном то ли нес кому-то, то ли что. Так, я слышал стрельбу в районе моста. Так, давай залазим, дружище. На паровоз. Так, теперь отсюда яснее видно стройку. Смотрим мост. Мост не так ясно видно. Какой громкий локомотив-то, а? Тыл вроде чисто. Мостик. Ну точно не показалось, что кто-то с моста шмалял. Ну да, где-то на мосту работают. Так, а снайпер на месте? Нет, снайпера нету. Здесь в кустах тихо. Еще раз просмотрим эту зону. Непонятно. Тут, может быть, яснее будет. Тоже непонятно. Снайперская позиция. Что у нас там чисто? Трубах никого. Там кто-то с калаша прям очередью заряжает. Ладно, надо, короче, форсировать речку. То что-то мы тут засиделись. Чисто. Сектор clear.
Сектор приз на барабане. Так, отдышимся маленечко. Курнем секунду. Это прям совсем близко бой идет. Видимо, карман. Ну, хотя возле кармана, если есть боты, то эти твари, как обычно, поливают с дробашей. А тут что-то как-то пистолетики сплошные. Так, у нас скурежим. Угу. Автоматически уходим на ближний бой. Пока что. Попробовать стройку занять, второй этаж. А тут-то повиднее будет. То, где, зачем, да как. Вроде бы чисто. Движулик никаких нет. Пробираемся по тихой сапе. Угу. Где-то рядом со мной работает забагованный ствол. Вроде чисто. Тут движника никакого нету. Там что? Лес без движений. Так, самое интересное, перестрелка была здесь. Трупов нет вообще. Ну, прям вообще ни одного трупа нету. Странно. Кармане вроде никто не теребится там. Сколько у нас там по времени тоже? 14-я минута. Слушай, а может быть там уже не ЧВК, может там уже челоботы упражняются на ботанах. Давай, Ромка, удачи на работе. Чистенько. Вроде чистенько. Здесь штейшн. Вроде тоже чистота и порядок. Окей, спускаемся. Ноги не повредило, это радует. Смотрим, чтоб в тыл никто не зашел. Пойду посмотрю, что для остановки творится. Обязательно проверю это дело. Так, еще раз тыл. Тыл вроде чисто. Остановка. В кустах ботов нет, в автобусе чисто. И то ли мне показалось, что какие-то шаги слышал сейчас. Так, ну чё, давай, родной, хоть кто-нибудь, хоть откуда-нибудь. Так, солнышко присело, малёха. Так, попробуй прыжок. Ах, буквально еще пару левелов надо. На силу и выносливость я смогу здесь перепрыгивать. Запрыгивать туда, там прикольная позиция на самом деле. Там очень хорошо все видно.
Так, сумка стоит, ящик стоит. Тело вроде там никакого не видел. Здесь у нас что? В кармане вроде никто не сидит. Но это еще не факт на самом деле. Проверим карман, чтобы тут никто не сидел. В кармане вроде чисто. Здесь главное решетку не задеть, а то на всю округу будет слышно, что я где-то в решетке тут трусь. Ботан. Почему-то ботан был живой. Это странненько. Так, ну возле общаги. Еще один, вот он. Да, вообще гидрожника никакого нету. Батяра прибежал как по заказу. Так, мне показалось ли? Так, тут вот арматура в глазу. Крутанулась. То ли там кто-то пробежал. Ладно, пойдем мост посмотрим. Так, сзади подступы. Чисто, чисто, чисто. Проверяем мост. Мост без движений. Тут вроде никого. Там бывает бот прячется. Здесь вроде тихо. Ног не видно. Так, дверь закрыта. Понятно, там вообще геботы одни. Живых людей, по всей видимости, нету. Ладно, перемещаемся дальше. Попробуем выхватить быстренько дробовичок, да свалить отсюда к чертовой матери. Вот так вот. А. У тебя что-то ТПМ выхватить. А у тебя... Ух ты, этот 153-й. Ну-ка, давай, до свидос. Брони-то сколько валяется. Так, стоп, я приляжем. Надо сумку осмотреть. Блять, роса. Труп. Дайте труп. Сумку осмотреть. Здорово, холод, привет, кстати. Ух, нифига себе, акумов сколько у него, и порох тут, и все дела. Надо жижу потребить обязательно. Так, ну там у него патроны, скорее всего, да. Слушай, пока лежим, наверное, 60-ку сейчас дозарядим. Давай, родная, сюда. Вот так вот, и обратно. Стоило. Красота. Пересмотрим, чтобы к нам никто не подкрался. Пробуем занять кусты. Ботанов нет. Вернее, они там все еще не успокоились. Видать, носятся по этому. По общаге. Ладно. Хрен с вами, золотые рыбки. Уходим в сторону. Двигаемся на мост.
Так, небольшой отдых. Передышка. Послушать. Чисто. Спасибо, Тимур, за подписку. Присаживайся. Блять, то ли мне кажется, то ли, блядь, на стоянке кто-то есть. Блядь. Пора нервы лечить с этой игрушкой, блядь. Жигаза. Ух ты ж, мать твою. Хрен наш он мне просадил. Ты чё, родной, блядь? А это кто стрелял? По кому стреляли? То вообще что было? Это что, типа этот? Человод, что ли, дотерся? Подсек. Смотрим. Ну, то ли это был челобот, парни. С ТТшником. Батяра. Извини, дружи. Негоже. Дробовика издали шмалять. Так, там уже мертвые боты валяются. Снайпера я не вижу. Солнышко выглянуло, парни, сразу так светло стало, вообще классно. Если я правильно прочитал, то никнейм злобство. Спасибо за подписку, дружи. Присаживайся. Так, где тут еще головы торчат вредных ботов? Бывает, там где-то прикумариваются за машинами. Так, там никого. Челобот явно не ожидал меня увидеть здесь на самом деле. Вернее, он хотел что-то подобное, но что-то не выгорело у него. Тылы чисто, пара трупов валяется. Кстати, если кто-то сзади идет, можно это как приманку использовать. Но, увы, сзади никого. Он, по-моему, здесь кто-то шарится. Вон там он. Тык-тык, тишина. Ладно. Так, ну, в принципе, более-менее какой-то ствол хороший у нас еще есть, слот, чтобы подобрать. Думаю, что стоит там на дробовики размениваться. На крайняк уж в конце там попробуем взять что-нибудь. Закрыто. Чисто. Чисто. Ну, вот видите, бот мертвый уже валяется. Кто-то его уже зачикал. Давайте дружно угадаем, кто же его зачикал-то? Должно быть, челоботин его зачикал. Так, маленько подлатаемся. Было там поранено немножечко. Спасибо, Николай, за подписку. Сталкер. Присаживайся, дружище. Так, здесь вроде никого нет. Ух ты, смотри, кто-то ходит. Кто-то ходит. Ух ты, побежал, побежал, побежал. Еще кто-то ходит.
тоже куда-то побежал. Хедшот. Так, здесь бок вроде никого. Походу дело, что кто-то попытался там ботов поубивать. И чё-то как-то не выгорел. Хотя, ну там ботов убил парочку. Не факт, что обшмонал, конечно. Хедшот. Надо все-таки, наверное, одиночный пока поставить. Так, здесь голов нету. Есть. Есть башка. Это сайга была, кстати, о птичках. У домика движений нету. Не, все-таки отличное место. Просто, ну, это имба, must have. Must have место, откуда можно штурмовать вот эту заставу. То есть труба отлично тебя закрывает. Самое главное, что он отлично закрывает конечность, потому что сверху у вас броня, а снизу-то не прикрыто. Вот она, наша броня. На ноги. Правда, чуть дальше смещаешься, идет углубление, и все хуже и хуже. Ноги становятся защищенными. Во всяком случае, ступни ног точно открытые будут. И как-то мне боты насовали прям в ступни. Да ладно, бульдозер это наконец-то раздобрился на подписку, что ли? Или это какой-то пятый аккаунт? Дожились. На нас шпионы подписываются. Так, ну что-то вот я не вижу, чтоб там внутри кто-то был. Стволы вроде сняты. Ну что, раз тут был бот, а вот этот раз тут бот, а нет. Так, ну по всей видимости, тот, кто убивал ботов, он либо не осилил всех остальных ботов, либо почему-то они не видели, как он убивал. Либо он где-то спрятался, вообще сидит, ну. Так, проверим бота в третьем цеху. Спасибо еще раз за подписочку. Так, в третьем цеху бота, на что-то я пока не наблюдаю. Но обычно здесь возле этого сидит Узекара. Так, тут вроде чисто. Вроде бы как тоже. Так, ладно, надо с заставой здания разобраться. Всем привет. Удачного фреда. Привет, Анатольевич. Здорово, здорово. Спасибо. Так, ну что? Где же? Тот, кто облутал этих ботов. Неужели быстренько смылся? Идет ботяра, где-то тут должен валяться, которого сайгам. Или, а нет, это все-таки 153-й. Ее достаточно так быстренько он пулял, мне показалось, что все-таки сайга. Обычный бот, ничего дельного в нем нету. Ладно, 153 забрали, а лишним не будет. Спасибо за подписку. Внутри я что-то вот не наблюдаю, сидит не сидит, блять. То есть смотрю, сейчас это начало ботов в привычку вошло, завалить этих двух ботов.
Надо бы там какую-нибудь СКС-ку или еще что-нибудь. И засесть. О, тут, кстати, челобот был. Приколитесь. А почему себя так вел странно? Как ботяра. Вот сел вот сюда и прятался. Что-то непонятка какая-то, если честно. Так, тут у нас с чем было тельце? А вот оно. Еще один 153, что ли? Действительно. Пятизарядный, четырехзарядный. Ну, мы так вот сделаем. Хитрость. Оп, минус фонарик. Так, ну спрут там уже есть. Здесь тоже есть. Детская броня. Выкинуть. Это был обычный бот. Так, ну стволы сняты. При этом здесь стерся челобот. Подозрительно. Так, автоматический режим, ближний бой. Пойдем третий цех проверим. Надеюсь, жив останусь. Бывает, люди сидят, засадки там пилят. Рожки валяются. Так, там вроде чисто. Наверху никого. Проверяем на наличие ствола. Чисто. Здесь у нас что? Батареечка. Окей-доки. В принципе, нам тут больше ничего не требуется. Покидаем эту зону. Хочу проверить дальний выход. Вскрыт ли? Открыт ли дальничок? Выходил ли кто оттуда? Упачки, ну ни хрена себе. Вот это фокусы, ну. Выход закрыт. Труп лежит. Фокусы? Или все-таки закрыли за собой дверь? Кстати, тут есть баг небольшой. Вот я не знаю, работает ли он на диких, когда за челобота играешь. То есть, если за чувака вот этот выход открываешь и закрываешь за собой, выход не работает. Приколитесь. Выход перестает работать. Так, нам пустой. И это, скорее всего, бот. Кто ж тебя отморозил-то, а, друже? Смотрим в дальничок. Вроде чисто. Даже проверять не буду, если честно. Кто кого, чего и как. Да, челобот определяется по подсумку. По слоту в подсумке. Но я думаю, это уберут, потом вообще перестанем как-либо определять, бот был, не челобот, ну, кроме поведенческих каких-то этих качеств. Почти за 6 кусков. В смысле, она всегда пятерку стоила. О каких 6 кусках речь? Неужели кто-то додумался европакет еще приобрести? Классического набора. То есть в евро, только евро набор продается. Там можно до типа до набора СНГ обновиться, а у нас только до евро с СНГ пака. Жираф GD. Круто. Так, ну-ка, стоп, ну да. Горло смочить. Присядем пока здесь.
Хорошо. Да, Коте. Горло смочил и хорошо. Есть кто? Чё-то никого. Коте, не смеши меня, блядь. Кошка лежит над мониторами на полке. Увидела в окне, голуби пролетели. Шея раза в три вытянулась. От нормального состояния. То есть такой же. Ну, вот это точно у меня жираф здесь. Такой карманный. Здесь выход закрыт. Двигаемся потихонечку, двигаемся. И, кстати, о птичках я так и не встретил ни одного больше ЧВК я в этой стороне не увидал. Прям странность какая-то, если честно. Ну, дверка закрыта. Ни хрена себе. Серьезно, сейчас скажите, что там бумажник на полке лежит. Да нет бумажника, нет гранат, нет ничего, нет. Это обшуршали уже тут все. И вышли через центральную дверь. Воу-воу-воу-воу, парни. Минус пара. Надеюсь, это была пара не семейная. Что у нас там? Не показался, потом тут шуршанул. Оказалось. Тут застрявших ботов нет. Здесь вроде тоже никого. Не, походу на паровозик не запрыгнуть. С этой стороны не юзабельно для прыжков. Да переключи. Так, в кустанах видно никого. Дверь открыта, внутри не видно никого пока что. Так, тут у нас чего? Тоже ничего. Луп не тронут. Тут тоже чисто. Здесь у нас что? Тоже ни хрена. Вот тут может бот еще сидеть за этими, за мешками. Бывает, там частенько он подсиживает. Так, посмотрим вот здесь, нет ли ботов. Вроде без движухи. Там вроде тоже. И ладно, пойдем по привычному маршруту. Через вот здесь. Это тоже сейчас бывает челоботень. Челоботы сидят в интенсиве. Не трогают ботов, чтобы как опред был. Потом сами ложатся где-нибудь вот здесь. Так, тут вроде чисто. На нем сумочку.
чисто. И тут ничего не резнулось. Либо если резнулось, тоже забрали. Фишку сделать. Мне показалось, как кто-то слышал, блин. Молниеносный осмотр и на выход. Пойдем в жопу. Сто тридцать третий чичи сумка. Сумку посмотрим. Вдруг ключи какие, еще что? Сельдь, Аленка. Фильтр. Фильтр вещь хорошая. Пока забрать некуда. Видимо, сейчас заходили. Это стопудово. Ладно, выходим. Что-то затянулся рейд. Как отличить бота от челобота? Наличием слота под сумок. Так, тридцатка. Один бир, один юсик. Один так себе, один более-менее. Десяток диких, 10 хедшотов, 5 издали, 112 дальних. И 12 пошло в серию. Неплохенько, неплохенько. Тридцатка. Хорошо, за хедшот это прилетело. Отвечаю, у парня, который стоял за грузовиком на таможне, которому Свертухана в голову присадил, вот у него там стопудово бомбило, как у меня, блядь. Время от времени побамбливает, вот у него точно так же было. Парень одел броню, не было кивера, и вот именно то, что не было кивера, привело к тому, что он погиб. Это прям вообще эпик.
Приправим лайками этот видосик. Да, я знаю, что фильтр вещь нужна. Чего вы переживаете за меня? Ну, теперь детскую броню девать некуда. Эпично. Поваляйся здесь пока. Так. Где 67,9, да? Там-там-там. Сто 53 на продажу. Да. Кедр тоже на продажу. И ТТ, и ПМ тоже на продажу. Это сейвим, пускай лежит. Тут все цело. Но с наушниками все еще как-то непонятно. Перезарядка. Перезарядка. Перезарядка, понятно. С наушниками все еще непонятка. Работают, не работают. Гранат никто не кидал. Не удалось определить, оглушает, не оглушает и так далее, и тому подобное. Так, торговля. Вау, 13 лимонов, круто. Че, патроны уже все растаскали? Ну, конечно. Патроны уже все выкуплены. Их там в первые же секунды скупают все подряд. Продать. 80 тысяч подняли, неплохо. Постепенно восстанавливаем запас до полумиллиона. На нем тормознем, потом опять пойдем валютнику все сливать. Все добро пойдет к валютному торговцу. Так, что у нас там в чатике? Александр, привет, привет. Дэн, я домой, до встречи на полях сражения. Давай, Дениска, удачи. Алекс, привет, Дмитрий Александрович, удачных рейдов. И привет чату, парни. А вот тут индикаторы есть, биологическое и радиоактивное значение. Это показатели защиты или заражения. А ты имеешь в виду, которые в статке? Там персонаж... Нет, не здесь, чем там было-то. В здоровье. Вот здесь, скорее всего, вряд ли защита. Здесь, скорее всего, степень поражения. То есть у нас температура, давление отображаются здесь, да? Соответственно, и здесь должно быть показано... Хотя, возможно, смотрите, здесь два индикатора на самом деле. То есть радиоактивная, биологическая, да. Здесь, возможно, защита там 50 из 100. А вот этот индикатор, возможно, показывает степень воздействия на данный момент на тебя. То есть как сильно ты поражаешься. Ну и здесь, соответственно, также степень защиты и, возможно, коэффициент, насколько ты подвержен на данный момент воздействию. Так, посмотрим умение, что у нас здесь. Выносливость 11, по-моему, здесь высота прыжка. Вон так, увеличение выносливости, задержка дыхания, время... Так, значит, все-таки сила. Увеличение высоты прыжка плюс 5%. Ну, на 8% я точно подпрыгивал уже на тот вагончик, который я вам сегодня показывал на таможне. На него я точно запрыгивал с 8%. Значит, ну, получается, тут по проценту растет вроде как за левел. Начиная, по-моему, там с 5-го, что ли.
либо здесь через левел. Ну, говорю, надо еще 2-3%, я буду уже там запрыгивать, и это будет здорово. Так, память уже третий левел. Это из неофициальных. Передвижение ползком. Второй левел. Ага, скрытое перемещение. Уже четвертый левел. Тут больше ничего не качается. Такие неофициально... Официально не заявляемые, но качаемые навыки. Жизнеспособность. Уменьшение вероятности кровотечения минус 11. И уменьшение шанса смерти при уничтожении части тела минус 4. На максимуме 20% на максимальном левеле. Здорово, Джокер, здорово. Куда делись бабки? А, слились в доллары. У меня там 17 тысяч или 18 тысяч долларов. Я туда их слил. Там. Что у нас там по владению? 153. Как у нас там калаш выкачивается? Где у нас калаш матый? 125 единиц с калаша уже потихонечку качается. По часе бег с калашом, мы еще и калаш выкачаем. Но сайга у нас уже выкачана до второго левела. Блин, надо все-таки как-то как-нибудь в какой-нибудь день сесть до этого. Напряженно так покачать сайгу до третьего левела. Хотя я так понял, что быструю перезарядку, вот эту, ну не быструю, вот эту перезарядку с полной разгрузкой мы вроде как не увидим. Киба, по-моему, говорил, что она еще не реализована. Она будет, но пока еще вроде как не реализована. Ну, опять же, может, и добавили в там патч. Ту-тру. Я, кстати, потом, наверное, Кибы в чатике спрошу. Киба, ты случайно не здесь? Мартин Мафия, привет. У нас, кстати, Киба часто на наших стримах сидит. Ну, я так предполагаю. Так, ну чё. Куда-нибудь пробежаться бы. Мартин, ты поиграть не хочешь, кстати, со мной? Я тебя пока в ТС-ке не вижу. Сори, если громко пыхтю. Ой-ой-ой, далеко, вернись. Привет, Серега, привет. На, спрашивают, Сергей спрашивает, где доки взять? Серега, сам не знаю. Ну, вроде как говорят, там же, где бумажник рясается. То есть я не садился специально там поохотиться за бумажником или за доками. Но вроде как есть люди, которые находили, и вроде как они утверждают, что там же, где и бумажник. Первый цех от КПП на таможне. И я не курю, я парю. Нет, и не выпирю. То есть в свое время Кирилл Батарейкин сделал сравнение между вейперами и парильщиками. Я парильщик. Я парю. Но не вейпаю, не вайпаю и прочее. Вот это производное от слова вейп. Что-то Мартин молчит. Вроде уже должна была загрузка. А вон Мартин, кстати, в АФК. Мартин, ты со мной пойдешь на таможню, нет? Ничего не пойму, откуда у людей такое привередство? Ну, парю и парю, что такого? Мне это в свое время здоровье прилично прибавило.
Что за кейс? Это оружейный кейс. Ой, пистолетный. Это пистолетный кейс. Если его открыть, в нем вот так вот 9 на 9, и у меня в нем 4 ТТшника лежат. То есть экономия места. Раз, два, три, четыре, пять. Пять дырдочек мы экономим. Привет, Юр, привет. 20 минут размяться, я уже 2 часа 20 разминаюсь. Так, ладно. О, слушайте, может быть, пока это... СВ-ху попробовать подсобрать. А что у нас, кстати, есть на СВ? Так, кто у нас вообще ее продает? Так, этот продает ДВЛ. Возможно, у него могут быть какие-то причиндалы на СВ-ху. У нас 98. Ну, в принципе, что мы можем взять для СВ-98? А здесь мы можем взять прицел, мы можем взять, по-моему, здесь же и крепежная планка 30-миллиметровая, по-моему, продается, если мне память не изменяет. Тык-тык-тык-тык, да, вот она. То есть 63 тысячи у нас прицел нам обходится. Кто что пишет. Ну, я понял тебя, Мартин, через 20 минут. Настаивать не буду. Тут-ту-ту. Что-то неохота. Не хотелось бы 20 минут карать вот здесь, где-то у торгашей. Так, Кибарнс направляющие. По-моему, жиростойкой ленты здесь у него точно, по-моему, нету. Так, ну понятно. Здесь у нас немного. Посмотрим, что у миротворца есть. Под снайперские винтовки. Так, также $41 переходник. $618 стоит у него этот. Сам прицел 24-кратный. Ну, для СВХ это прям то, что надо. Но в соло, да? С такой оптикой, конечно, ходить тяжело. Либо таскать с собой два ствола. Один для ближнего боя дополнительный брать. Так, больше тут, по-моему, ничего нету, да, на СВХ. Конечно, хорошо было бы все-таки жароотражающую ленту найти и поставить. То есть вещь на самом деле козырная. То есть, учитывая то, что здесь реализовано искажение от нагрева. Все обращали внимание, когда, например, с калаша, с ксюхи стреляешь на... Если нету... дульных тормозов, пламегазов, компенсаторов и прочего, там есть размывы. На экране образуются, а в зоне среза ствола. То есть горячий воздух выходит и дает искажение. Так, посмотрим, что у этого перца есть. Ну, это вряд ли что-то будет дельное. Так, Мартин, если это ты, лучше напиши в чат. То мне приходится все сворачивать, чтобы в ТС-ке чат прочитать. Так, ну вот здесь, конечно, все есть. Здесь все есть. И надульная насадка есть. И целик. И вот он противомиражная лента. Да, ну противомиражная. Не против жара, а противомиражная. Надульное устройство. И сошки. Вот они сошки надульные. И вот она противомиражная лента. То есть, когда происходит выстрел, ствол нагревается, теплый воздух поднимается вверх, а здесь у нас оптика достаточно большой кратности, и начинается так называемый мираж теплового следа. Вот эта лента как раз-таки рассеивает в сторону, тепло отводит, и искажение и миражирование не происходит. Такая вот интересная система. Я так понял, что нигде ничего больше не найду. Если я бы нашел СВ пустую, то максимум, что я могу на нем прилямптить, это только прицел. Любой причем прицел. Коллиматор, четырехкратник, 24-кратник. А вот сошки и прочие атрибуты в торговлю не завезли. Либо их искать, либо без них. Потому что, ну, нету у торгашей ничего. Вообще ничего нету под нее. Ни сошек, ничего интересного. Так, знаете, что я хотел еще проверить?
У нас же калибр 7,62. Просто длина гильзы у нас большая. Мне вот интересно, а я смогу гексагон калибра 7,62 напялить на нее? Хрен. Хрен. Видать, просто завязка на крепеже. Скорее всего, просто нет соответствующего крепежа. Да. Здесь резьба внутренняя, а нам нужна резьба внешняя. Поэтому не оденем мы сюда ничего. Хотя по калибру подходит. По калибру подходит. Так, ну нету ничего. Беда, печалька. Что поделаешь? Да ничего не поделаешь. Ладно, потом сходим. С ребятами схожу со СВХой. Ну, Александр, не СВХ это. А продать можно? Да, конечно, можно. Диким в лес. Ну, давайте диким в лес бегаю, подразомнусь маленько. Про тут у меня дикий лохопед. Давайте сходим. Поутру сбегаем. В лесок. Я раньше с СВ и ДВЛ я тестировал, но мне не нравились, как они себя ведут. У ДВЛ задержка при стрельбе, то есть там порядка полсекунды. То есть ты вроде уже нажал на выстрел, она думает, а потом только стреляет. С чем это связано, непонятно. СВ 98 вроде как себя точно так же ведет. Поэтому пока что снайперские стволы мне не очень интересны, но в команде я бы походил на самом деле. Так, я резнулся. 15 секунд спустя я резнулся. Резнулся я возле домика. Тут у меня дикие боты. Что у меня есть тут вообще? Да ни хрена нету. Сумка стрёмная, блядь. И больше ни хрена. Так. Вот там выход, значит, нам где-то вот сюда надо двигаться. И мы допилим до этой, до лесопылки. Такой, раньше, в всяком случае, неплохое резалось. Мика вроде что-то даже резается. Давай, куряга, беги. Дохал он уже. Почти на ноль все. Чего? А. Сухпаёк. Так, стойка со стволами пусто. Кобра и пара пламегасов. Вернее, дульных тормозов. Ах, блядь, дульные тормоза. Окей, пощупаем ящик. У нас патроны валяются, кстати. Хрена себе. Ты готов? Ну, сейчас я за дикого быстренько сбегаю. Патрошки. Самое интересное, что я их вынуть не смогу, блядь, забагуется все, что твоя мать. А, блядь, собака. Ноги коцнуло. Блин, ну нету никаких ни аптечек, ничего. Как подлечиться, бог его знает. Если сейчас куда-то в бой с кем-то... Так, надо проверить тут камушек. Не сидит ли тут кто уже? Или, скорее всего, сидят, но на той стороне. На тех он камушках. Где он? На тех. Валим, пока не пристрелили. Так. Смотрим вдаль, без движений. Никто вроде не бежит. Так, наверху я там тоже движения не вижу. Оу. Это что такое? Кто там в кого стреляет? Только не...
Только не говорите, что там сейчас опять эти челоботы ботов разматывают. Это будет вообще эпик. Почему нет? Боты со своей это не в новинку. То есть раньше тоже, когда на первый раз вводили ботов. Ох, ёпта мать. Привет, мать. Привет, Дим. Привет всем. Дим, ау. Витёк говорит, что он ты его звал. Я могу тебе его перекинуть. Мартина, да, можешь перекинуть ко мне. Ну всё, я свой сделал. Ага, давай. Давай. С кем он там воюет, что-то не совсем понял. Так, это ЧВК или это? Вот это дикарь, блядь. Слутаться сядет, я его хлопну. Мне хуй ботов было убивать, блядь. Дебил. Больной, блядь, на голову. Балабес. Течка. Не пустой магазин, крутяк. Это с какого трупа? Где тут труп валялся, я видел. А, вот он. Тот он с него, что ли, Ксюху снял? А, нет. Ух ты, блин. Вот это засада. Детский броник. Еще одна Ксюха. И разгрузка человеческая есть, ни хрена себе. И магазины есть добротные. Вот это повезло. Так, сумочку обыскать, перекинуть добришко свое. Это можно сюда повешать, в принципе, почему нет. Ключ от 114 комнаты, сачок. Сачок оставим, это выкинем, это употребим. Это сюда перенесем. Блин, жалко, пока не на что повесить прицел на Ксюху, ну да ладно. Пиладовский переходник был бы сейчас прям кстати. Ух ты ж, мать твою за ногу. Хрена себе фортель. Вообще фартит. Так, что нам надо будет, наверное... Разрядим вот эту Ксюху. Это разрядим. Вынуть патроны, докинуть, зарядить сюда. Ты пустой сюда. Пускай пока здесь останется, да? Берем третий. Так, я надеюсь, бот по мне шить не будет. Да, блядь, эту баг словил. Так, ну меня тут бот вроде трогать не должен. Подлатаем ноги. Вот мне не нравится, что этот баг вот существует, блядь. Прям мне вообще не нравится. Так, чё, пойдем повоюем или... Мартин, ты готов уже? Ведь... Витя. Да, готов, Тима. Привет, всем привет. Привет, привет, еще раз. О, Кайто пришел. Лайки, говорит, не забывайте. Ну ладно, коль уж Мартин готов, бог с ним, сольем дикого. Дим, я пока прогружаюсь, имею в виду. Да давай, мне еще надо будет сейчас раскидать еще, найти место, куда все это добро скинуть. Окей, я скажу. Пока выйду, пока раскидаюсь, пока продам, чтобы не мешалось. И да, и меня приспичило. Сейчас вернусь через минуту.
Чё, я там рюкзак не забрал, да? Ну и хер с ним. Да и хер с ним, с этим рюкзаком. Да, я уже сейчас уже пошел, подумал такое, я же что-то, по-моему, не сделал. Вспомнил, что не сделал, не забрал рюкзак. Ну да ладно, то не критично. Так, ладно, давай это пока пониже сюда опустим, закинем сюда детский броник, потом починим его. Ксюшки на продажу, обе причем. Эвка. Вазелин на продажу. Это на продажу. Так, сместим тебя сюда. Это скинем. Это вот сюда. Пускай лежит. Звук на чем? На Сойке? Сонька? Не знаю, не знаю. Вроде звук есть на стриме, все меня слышат. Ну, это, наверное, больше претензий к Ютубу. С моей стороны все отлично, звук идет, все эти работают. Все нормально. Чего там у вас звука нет, бог его знает. Так, торговля. Броже, покупай скорее. Улетело по рукам. Так, ну что, я готов. Витька, ты там как? Витя? Витя? Ну, не знаю, не знаю, какая-то. Прием. Слышишь меня? Да, тебя слышу. Ты меня слышишь? Да, слышу. Буквально 2 минуты, Дим. Давай. Не, ну Кай, ты смотри, то есть если бы вообще у всех не было бы звука, это уже одно, а когда только на мобильных устройствах, то здесь претензии либо к мобилкам, там либо здесь эта приставка, то к приставке, либо к планшету, то есть все остальные-то видят, слышат, и все нормально. С чем там связано то, что другие не видят, бог его знает. Смотрю, знакомые ники в ТСе в гостиной у нас сидят. Парни, вы что, заявки подали? Ну, я так понял, какая-то через Соньку смотрит. Она же плойка и так далее. Выхожу в лобби. Давай. Тинг-тинг-тинг-тинг. Таможня. Давай, что, наверное, с утра пойдем или с вечера? Куда тебе больше хочется? Вить. У тебя что-то пропадает связь. Ты рабовосишь. Вить, ну что там, сейчас с голосом как? Да, ну, сейчас
сейчас нормально. Так, вот, да, вот я даже себя слышу. Сейчас нормально. Кто-то на какое-то время пропал. Есть такое. Так, чё, куда пойдем? С утра или с вечера на таможне? Да с утра, наверное. 8 вечера, 8 утра. Не-не-не, вечером не хочу. Ну, нам тогда с оптики тяжелее будет с утра, но солнце за спиной. С оптика в засвете. Ну, я там просто ничего не увижу, у меня этого нету, ПНВ. Так, а в 8 вечера вот там еще не сильно темно, по-моему. Или я ошибаюсь? Ну, мне кажется, это сумерки. Ну, или стемнеет, пока мы будем идти. Ну, ладно, пойдем тогда с утра. Так, все, застраховано, жду тебя в лобби. Так, там тоже какая-то команда собирается. Уже 3 человека. Один исчез. Оп, еще подобрал. Чую, сейчас попадем на 3. Придется разматывать. Чуть погромче Мартина сделать. Давайте попробуем его чуть погромче сделать. Так, изменить громкость. Ну-ка, ведь скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Вот, отлично, я тебя слышу. Ну, игра, возвращайся. Собака не хочет возвращаться. Я в лобби. Да господи, боже мой, что-то не так-то. Получается курсор. Вижу тебя уже давно, причем... Полетели. Дим, пароль вашего сайта забыл, письмо не приходит. Письмо должно прийти. Можешь просто чуть дольше подождать надо будет. Ой, мы за кем-то выехали. С мигалками. Ничего там, через пробень летит, орет там дурниной. Так, я резнулся, я на газели. Принял, еще загружаюсь. Так, проверяю автобус. На автобусе чисто. А, нет, на автобусе кто есть. А, слинял с автобуса, выродок. Куда убежал? Да, в сторону стоянки. Зайдем, а вон он. Так, вроде ноги ему сбил, но не минусанул. Бегут. Гаражей. Еще не загрузился. Ко мне сбоку, через гаражи бегут. По всей видимости. Ну давай, давай! Забрал кого-то. Бировец. Еще подбегает туда. У меня тут ничего не останется, я так понимаю, да? Да ты смотри, сука, да как он не сдох-то, блядь?
Да что за бред, блядь, объясните, а? Тебя что, убили? Да. Ну вот опять Муса этот, блядь, ёбаный, блядь. Где он тебя убил? Да возле этого Бурана, который возле этого стоит, возле газели. Он прибежал через гаражи, вышел, блядь, я ему прошил по ногам, блядь, он там заорал, блядь. Потом получается, блядь, как? Он каким-то образом, блядь, мне в ноги попадает, блядь, там уселся, блядь, я ему вышел, еще там в ноги настрелял, блядь. В конце концов, блядь, он каким-то образом, блядь, вышел быстро, блядь, со сбитыми ногами, блядь, и меня убил. Что за пиздец, блядь? Бред какой-то вообще. Возле газели, говоришь? Но. Ну, вот, получается, у кабины у этого Бурана я слег. Либо, может, посередине от него я начал уходить. Ну да, я еще на траве был. Получается, ближе к кабине. Причем один там их не был без брони. В этом, в балаклаве, там валяется в этой, в кольцах из-под колодца. А этот, блядь, хер его знает, как он не сдох, понимаешь? Я ему ноги точно сбил, потому что когда я издали по нему работал, он начал уходить, когда по ногам наполучал. И он на медленной скорости, видимо, анальгин принял, блядь, либо принятый анальгин его спас уже сейчас, то есть, что он начал двигаться. Ну, как, блядь, ноги не отстрелил, нихуя не понял. Их там трое. Я знаю. Ну что, можем дальше загружаться? М? Что, тебя, да, тоже, тебя тоже приняли? Да что, я покажу, там трое сразу. А, так все-таки на четвертый это не их был. Понятно, они прям все трое там стояли, что ли? Да, они прямо все в одной трое точке просто ждали уже. Странно, блядь, странно, что он, блядь, гранату не отхватил, блядь. Хотя мог быть далеко, гранату кидал, еще этого первого не снял. Так, сейчас подожди, там долбоеб одного забанили на ютубе. Пришел, хуйню всякую в чат пишет. Че пишет? Хуйню всякую. Где он, этот долбоящер? Вот он. Давай, до свидания, блядь. Ничего не понятно. Попадание 14 я сделал попаданий на 20 тысяч дэмэджа. Но этому в голову-то прилетело сразу, блядь. Самое интересное, что не с первой пули он в голову слег. Вот это тоже вообще парадокс какой-то, блядь. Ладно, чё, достался, блядь. Ну, бам, калаш хороший, чё поделаешь. Сейчас новый соберу. Ну, я, в принципе, застрахованный. Да, не, растащит стопудово всё. Втроём, блядь. Чё бы не растащить-то. Так. Где у меня тут калаши? Вот у меня есть калашик. С него мы снимем. ОКП 7. Стойло. Есть разгрузка, разрядить, вынуть. Здесь у меня что, БП? Ладно, пускай тут будут БПхи. Про запас возьму БСок. Где у меня тут 60-ка? Вот 60-ка. БСК, БСК, БСК. Рукоятку мы эту тоже снимем. Поставим маленько другую. Дорогу щенкам. Что-то опять за сообщение какое-то прилетело терапевта. Так. Не можешь вообще ямку взять. Да не, возьму калаш. Давно я с калашом не бегал, так что дособеру калаш. Торговля. Миротворец. Тут возьмем косую планку. Возьмем этот прицел. Так, а у того мы возьмем рукоять. А, тут еще надо взять аптечку. Вот эту вот. Так, а там рукоятку и прицел у лыжника. Так, я вот что-то не помню, на нем
Рука третья стоит, рукоятка, ну да, стоит она на нем. Тут вот так, прицельчик, иди сюда. Где рукоятки? Не понял, что косые рукоятки все разобрали, что ли, черненькие? А, не, вот она. Ту-ту-ту-ту-ту. Ай, все понял. Что еще не хватает? Выбросить. Торговля. Так. А, нет, у этого нету. Этой крышки. Она такого у этого есть. Ту-ту-ту-ту. Где бы 33? Вот она. Зипуш. Броня. Так, 65 единиц, 37, 36. Так, надо будет киверами подзапастись маленько потом. Так, это все на месте, это все на месте, это все взял. Все, готов к трудовой обороне. Я готов. Таможня, утро, далее, страховка. Застраховались. Жду тебя. Вот топ-клан пошел в пятером фармить таможню. В лобби. Вчера, говорит, видел дождь на таможне. Тут такие дожди бывают на таможне, что там в ТС сидишь и друг друга не слышишь. Вот это дожди на таможне. Дичайшие. Так. По факту нам в той катке надо было-то только их разобрать, блять. Остался бы у нас всего один враг. Так, высадился опять на этой долбанной газели. 25 секунд спустя. Еще загружаюсь. Чекаю опять автобус. Вроде чисто. Ну, почти на самом начале, поэтому я думаю, вряд ли там кто-то будет. Что-то подлагивает как-то. Что-то мне это не очень нравится. О, есть тельце. Попробую встретить. Там чувак с калашом идет. Без броньки, без всего. Угу. Побежал куда-то. Друже. Собака опять не рывками все перемещается. Мне тоже накаляет, если честно. Я на секретке. Угу. Так, ну тот автобус ушло а тело. Стоп, подожди, стоп. Какой? Я на стоянке. Вот на грузовиков, вот к тебе он пошел. Вот к тебе он пошел, встречаю его там. Он бьет? Да. Давай, я ускоряюсь. Александр, спасибо большое тебе, удачки. Ну что, у нас сегодня проспонсирован вечерний стрим, так что в 9 по Москве мы с вами
Да ты чё, а ты где стоял? Да возле мусорных баков. Да я как раз прогружался, он начал стрелять, и это... Я уже когда появился, два выстрела и всё. Чё? Пробую догнать его. А ты в фулке нет был? Нет, конечно. Что-то я его не вижу здесь. А нет, вижу его. Стоп, нет, не то. Так, я вижу твое тело. А, вот и он. Хедшот. Да выебывался, блять, мальчик. Блин, а чё, а на тебе что было? Какое добро? Калаш с глушителем. Рюкзак дикого. Да там ничего особо не было такого. Обойма по 60. Калаш с глушителем, обойма по 60. Ну ничего ты, мажор. Ничего особенного, говорит. Че он забрал? Походу дело обойму еще не забрал. О, так он с дробовиком что ли был? Да, да, да. Хрена он зверек, блять. Так, слушаем. Лутаемся, слушаем шаги. Так, патрон на дробовик. Что-то он прям нахапал тут гору. Так, где ты? Так, где твоя разгрузка? Магазин на 60. Тебя только в калаше стояли? Да? Вить. У тебя 60-ка только на калаше была, да? Да, 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 на нем где-то. Я думал, в разгрузке еще была. Не-не-не. Так, ну у меня тут есть стрельба, кстати, на территории. Попробовать ускориться маленько, да занять какую-нибудь позицию поинтереснее. Так, здесь вроде никого. Не, ну Шушкан он добротно, кстати, отхватил. Так, на секретке я никого пока не вижу. Где-то в районе моста или что там. Где-то лупилово происходит. Почему у меня такие лаги? Ничего не могу понять, блять. Вчера же не было, вчера же все отлично работало. Откуда сегодня такие лаги, блять? Так, тут никого пока не вижу. Ладно, перемещаюсь дальше, мне надо до того кара добраться. Правда, вот сейчас возможность захода в спину возрастает в разы. Так, в окнах вроде никого нету. Просто интересно, он один, не один был. Смотрюсь пока что немножко. Ух ты, откуда-то стрельба идет, не пойму только. Опять из-за бага непонятно откуда стреляют. Нет, это не игрок. Так, там вроде чисто. Непонятно, как определить этот баг, блять, ну, дальность стрельбы, откуда, как далеко находится игрок, блять, и откуда он вообще стреляет. Сложно, сложно разобрать. Так, на снайперской позиции чисто. На мосту никого не вижу. Труба чисто, танк.
Тут прикольно, тут, блядь, что-то лежит, такое ощущение, как будто чувак сидит, вот честно. Пришлось спалиться. Сыкотно, блядь, у меня аж это, мандраж такой легкий, блядь, по рукам. Что, блядь, в любой момент может он сзади подойти. Какой-нибудь дорезавшийся, сколько у нас там по времени, 22 минута, еще, в принципе, в течение 2,5 минут могут быть дорезы. Что, ползая здесь на брюхе, я себе прокачаю этот скилл на брюхе, который там качается. Ползание на брюхе. Чё? Ну ничего, блядь, нет никого на. Блин, жалко тебя, не успел спасти. Слушай, я думал, ты в хэвике пойдешь. Ты бы вообще в видичах размотал бы просто. Он бы меня в любом случае размотал, потому что он меня поймал на прогрузке. То есть я уже когда начал поворачиваться, то есть уже поймал. Я слышу, что в меня стреляют, и все. Хреново. Блять, надо было мне начать раньше стрелять, он будто задержался. Блин, в следующий раз не буду это тянуть до хорошего момента. Хотя его я мог забрать хедшотом еще там попытаться, блять. Но он дерганный какой-то был, то есть он там на старте прогрузки. Поэтому это... Он какими-то рывками перемещался. То есть я мог его подсечь как раз в тот момент, когда и хотел, но он хоп, рывком ушел, короче, куда-то. Так, здесь никто не сидит и не поднимается. Здесь тоже вроде никто не прется. Вопрос, кто там с кем тогда стрелялся? Остается без ответа. Тут никто не сидит. Ну и чё? И вот чё сейчас делать, блядь? Будешь ждать или продвигаться, блядь? Непонятно. В окне вроде никто не трется, на домике вроде никто не стоит. В вагоне тоже чисто. Попробую залезть сейчас на этот локомотив, с него посмотреть там. Стройка чисто. Дорога чуть-чуть видно, но тоже чисто. Снайперская позиция чистая. Со спины никого не вижу. Еще раз окошко. Никого. Щупаем тыл. На тылу тоже никого. Так, еще раз осмотрим брод, посмотрим, что здесь творится. Ну, нет-то ни хрена. Все равно пойду по правому от моста. Проверю, в каком у нас состоянии там этот. Блять, опять не тот прицел. Проверим, что у нас у поваленного. Нет ли тут кого? Так, в повале никого. Там тоже никого. Потихоньку будем двигаться вдоль. Ну, что-то прям тишина. Mm-hmm.
где-то вдали есть стрельба. Кто-то там очередями с калаша прям заряжает. Тикс. Ну-ка, поп-фильтр поправься маленько. Чё за подлагивание дичайшее, ничего понять не могу. Вроде тишина. На мост ботов нема. Подозрение, что там бегун, летун какой-то с калашом просто прет вперед и все. Нигде не останавливаясь. Блин. Долбаная смс-ка, блять, как вовремя. О, там уже на дальней этой заправке на мелкой уже стрельба идет. Подсек, что за смс-сообщение. Понятно. Потом это терпит. Так, ну надали это уже челоботы там фанятся, так как пить дать. Хвоста вроде нету. Даже там никого зарезать-то уже, наверное, не сможет. Начинаю потихоньку торопиться. Мне это не очень нравится. Проверяем карман. Никого. Где ботаны? Чисто. Ты не показывай, кого-то слышишь. Так, там дохлый ботан валяется. Не тот, кто его положил, вопрос. Тони показывал какие-то шаги, сейчас слышал, блядь. Быстрое перемещение.
Ничего, ты нам девку отстрелял. Тыла вроде никого. Пора форсить. КПП открыто. Такое подозрение, что это был бегун за кошельком или там за долгом или еще за чем-то. Прям чувствую. Странно, ботов ни одного нету. Что такое? Поубивал ботов, да? Теперь смыться хочешь. Господи, вылези отсюда. Хрена себе, не сдох. Чё, серьезно, что ли? Рабится. Вот этот забор непрострельный, кстати, а птичка, блядь. Дебил забор. Пойдет ботов лутать, нет, интересно. Где он смоется? Интересно, это горе-лазить или где-то зашкерится? Или уже смылся? Говорила мама, береги спину. Откуда? Кто заметил, откуда прилетело?
Спасибо за подписку, друже. Ну чё, где он там? Кто-то отсюда бил. Пробуем сделать ход конем. Это вон бота убил уже сверху, который был. С видимостью уже убил его. Да ладно. Нихуя себе, блядь. Это чё за ёб твою мать, блядь? Блядь, ещё Нулигин выбросил. Это чё, блядь, за шоу такое, ну? Вообще, блядь, как, ну? Что ли двойной дэмэдж, блять? Один раз бот выстрелил, снес две ноги разом, блять. Причем, блять, с непонятного расстояния. Это что за фокусы, блять, опять-таки, на? Спасибо, капитан, за подписочку. Что-то мне эта херня вообще это не очень нравится, блядь. Сбитые ноги и прочее, блядь. Хуёвые какие-то дела это, блядь. Надо уходить, я не собираюсь рисковать ради ботов, блядь, всем эквипом своим. Надо было, блядь, одним выстрелом обе ноги, блядь. Причем почти по еще и, блядь, кровотечение открывается время от времени, блядь. Красота, блядь, неописуемая. Ладно, выходим. План, ну это к разрабам вопрос. То есть они обещали с ногами разобраться. Когда? Бог его знает. Когда они там закончат с ногами разбираться. Чего у меня тут? Один бирец всего лишь, да, 11.30. Три диких, 4 хедшота, 5 в голову издали, 166 самый дальний, лучшая серия 4, 4 на штурмовик пошло. Ну это я в голову приговорил, поэтому только столько много опыта я вынес, 20 тысяч. Это Мартин Соло побежал.
бегал. Вить, ты вообще здесь? Нет, смотрел стрим. А, Станчанский смотрел. Ясненько, ясненько. Выйти вышел, но без каких-то особых, скажем так, достижений. Ну, этому понятно, ему голову отстрелил, ботов там пострелял немножечко. Ну, за успешный выход. Ну, 20 тысяч, грубо говоря, вынес с локации его опыта. В этом случае не потерял. Ну, вот бот, конечно, странный. Опять эти дикие боты с дробовиков лупят на хер знает какое расстояние и отстреливают обе ноги. То есть раньше это было связано с такая херня, с тем, что был баг с двойным уроном. А сейчас так в чем беда? Непонятно. Причем самое интересное, выбило мне левую ногу. Хотя, а стрелял он справа. Парадокс. Так, что, тебе калашик твой засейвить? Да, смотри, по желанию, Дим. Ну, пока есть место, положу, если что, тебе потом его отдам. Где-нибудь на локации, пойдем там. Разрядить, да зарядить и вставить. Так, ну, броньку они меня слегка покусали все-таки. По башке не попали. Ну, уже радует, что в голову не дали. Итак, мы уже 3 часа 20 минут стримим. На этом буду заканчивать сегодня. Вот, спасибо Витьку, что зашел. Ненадолго. Ненадолго. Но он без разминки, плюс его поймали на подгрузке, то есть это не Виткины. У меня же пару дней не было, так что нормально. А что по поводу вечера? Ну, вечером будет 9 часов по Москве. А, ну отлично, тогда я подключусь к тебе, если позовешь. Ну, если хочешь, приходи. Все, добро, договорились. Вот, а со всеми зрителями я прощаюсь до вечера. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживали. Сашке отдельное спасибо. Вот, смотрю уже и Долговцев полный чат. Прям вообще парадокс какой-то. Шпионаж повсюду и кругом. Учитывая то, что там турист намылился всех стримеров. Оценить, так сказать, провести суд над нами, ну, это флаг ему в руки, потом я с него спрошу за то, кто ему позволил такое делать. Но всем удачи, день только начался, вот, точно уверен, что кто-то еще на работе, кто-то только двигается домой, вот. Ну, как обычно, будьте людьми, не людей много, людей мало. И удачи вам на прослужении, бойцы. До скорого!